Соус кемали. Для приготовления понадобится алый чай или сливы без косточек, килограмм. Сахар 50 грамм. Соль 20 грамм. Чеснок 6 зубчиков. Красный свежемолотый перец 1,5 грамма. Свежая кинза 50 грамм. Укроп 50 грамм. Молотый кориандр 1/2 чайной ложки. Алычу или сливы пропустить через мясорубку. Добавить соль, сахар и прокипятить 5 минут. Очень мелко нарезать чеснок и зелень. Добавить их в кипящие сливы вместе с красным перцем и кориандром. Довести до кипения. Снять с огня и дать остыть. Разлить соус по чистым банкам и хранить в холодильнике. Приятного!